Всем привет, меня зовут Иван, это канал Трихтол, канал посвящен сварке неплавящегося электрона среди различного газа. И да-да, я теперь одел одежду ради вас и ради, конечно, своей кожи, чтобы не загорать, не получать рак. Я прочитал про это вчера, все хорошо, короче. Теперь я работаю в такой толстовочке. Ну что, сегодня мы будем сваривать вот этот редуктор переднего моста. Это Chevrolet Tahoe, старый американец. Здесь очень такой капризный силумин, в плане того, что он очень сильно старый, он очень сильно пропитан трансмиссионным маслом, ну, редукторным маслом, это первое. Второе, он очень пористый. Третье, до меня здесь 4 сварщика померло. Сваривать мы будем на новом сварочном аппарате, который прислали на обзор. Я из-за чего и говорил, что если он все не умрет, то все будет хорошо. Optimal 240 Pro. Я попробовал до этого его. Насчет плазмы вообще это отдельная история, это будет следующий выпуск. Это просто интересно. А сейчас мы его будем пробовать убивать именно на вот этом всем. То есть здесь будут толщины 10 мм, грязный пористый силумин и все остальное. Ну, вы сейчас, в принципе, поближе увидите, как это все выглядит. Ну и, в принципе, все. Начнем работать. А, кстати, насчет песенки. Все спрашивали песенку. Где песенку я беру? Ребят, я ее скачиваю с Ютуба. Бесплатная музыка. Ну, я оставлю ссылочку внизу на описании. Вот, и я оставлю название песенки. Это первое. И второе, я еще оставлю ссылочку на производителя вот этого сварочного аппарата. И на анбокс его. То есть, я там рассказываю. Ну... А именно по сварочному аппарату, что он умеет, что он может, я расскажу в самом конце, когда я попробую посварить чернягу, алюминий, нержавейку и порезать. Это просто это... Нет, я не буду рассказывать раньше времени, но это клево. Поехали. Thank you.
Ну вот вам и честный отзыв о сварочном аппарате Optimal. Скажем, перед тем, как залезть в такой лютый силумин, я его попробовал на чистом алюминии. Он достаточно очень хорошо ее сварил. Вот. Потом плазмой пробовали работать. Здесь ребята в сервисе просто и все попробовали. И это, блин, это реально клевая штука. Мне очень понравилось, как он это делает. Вот. Но насчет силумина, это типичный сварочный аппарат, который зеленого цвета, я не буду говорить, потом начнется тапка, не закидывайте, вот ты срешь фирму. Вот, то есть хороший чистый алюминий вы свариваете хорошо, но когда вы касаетесь силумина, у вас начинается кипение кремния. Может быть, что-то я делаю не так, может быть, это связано с тем, что горелка там после 10 минут, там 15 нагрелась, какая она здесь, кстати, ВП-26. Вот, после 10 минут горелка нагрелась вообще капитально. И как бы мне казалось, что он сдымит сейчас. Вот, работал я на 200 амперам на нем, но работал на педали, то есть контролировал вот это, вот пытался контролировать вот это кипение и все. Вот, я бы подключил сюда свою горелку водохлаждаемую, чтобы дальше его тестировать, но сварочный аппарат не мой, в смысле не мой. Вот, он и так варить не умеет. Вот, но как бы он не мой, я не могу вот этот шланг отрезать на горелке, и это как бы это плохо, потому что моя горелка, мой разъем, она одевается на быстросъеме, здесь гайка, вот, и поэтому плохо. Ну ладно, чего плохом. Вот, в принципе, что-то где-то подварить силуминовое можно, надо его, конечно, пробовать с нормальной горелкой, потому что вот эта горелка, я говорю, 15 минут, и она начала кипеть. Вот, я не знаю, может быть, сам сварочный аппарат начал кипеть, но вряд ли сварочный, что с горелкой связано, потому что она прям реально нагрелась очень сильно, и все. Вот. Потом я перешел на сварога, работал я на тех же самых настройках, единственное, что убрал на нем в прямоугольную форму волны, ушел в синусоиду, она контролирует вот это кипение чуть получше, потом убрал обратно в прямоугольную форму волны, и так, и все хорошо сварилось, в общем. Ну, вот вам честный отзыв о тихсварке кремистого алюминия об этом сварочном аппарате. Вот. Это, конечно, не точно, надо пробовать горелку менять, но факт того, что не променяет сварочный аппарат. Но зато плазма веселая, плазмой завтра порежем. С вами был Иван, я надеюсь, вам понравилось видео. Всем пока!